Добро пожаловать на канал Hardress Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy A7. И сейчас я покажу вам, как заблокировать какой-либо номер. Итак, для этого мы открываем приложение «Телефон». Далее нажимаем на три точки в правом верхнем углу и выбираем «Настройки». Здесь в настройках мы выбираем «Блокировка номеров». Далее, тут мы вписываем какой-нибудь номер телефона. Нажимаем на плюсик. Так мы заблокировали данный номер телефона, и мы можем сделать так с любым номером. Мы можем также выбрать из последних звонков, если мы кому-то звонили или нам кто-то звонил, и из контактов. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.